В этом году в Анапе со школы простилось 1615 выпускников 9 классов и 641 11-классник. Торжественная линейка в школе номер 5 для выпускников стала морским вокзалом. В 8:30 объявили посадку на лайнер «Выпускник 2014». Сообщением «Школа номер 5. Большая жизнь». На причал пригласили 25 членов экипажа 11 класса и 94 из 9 классов. Каждый из пассажиров лайнера заберет с собой солидный багаж. От имени главы города-курорта Сергея Сергеева школьникам вручили подарок. У меня сегодня почетная миссия также от главы. Всегда, когда он присутствует на мероприятиях, он делает подарок. Этот подарок сейчас внесут. Футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи для школы. Получайте подарок от главы. Прославляйте нашу Анапу. В добрый путь, выпускники. 38 выпускников 11 классов Анапы претендуют в этом году на медали за особые успехи в учебе. Пятеро из них выпускники школы номер 5. В прошлом году наши выпускники заняли первое место в рейтинге школ муниципалитета по итогам государственного экзамена. И поэтому от души я им желаю эту планку не опустить, только приподнять. Ну, уже до какого уровня можно приподнять? Единственное, на краевом уровне мы были 19-ми в прошлом году, а в этом году я им желаю, ну, не первого места, но хотя бы в первой десятке быть. По доброй традиции на торжественной линейке прощальный вальс выпускников и неожиданно для всех гостей ассорти из танцев. На линейке прозвучали стихи о годах учебы, песни о школе и, конечно, тот самый волнительный момент – долгожданный последний звонок. Право подать его предоставили выпускнику 11 класса Павлу Халанскому и ученице 1 класса Валерии Пилипенко. Лайнер «Выпускник 2014» отправился от первого причала. Провожающие на удачу в дальнем плавании выпустили в небо воздушные шары. Когда звенел последний звонок, все, и потекли слезы. И теперь у меня пришло понимание, что все, я больше сюда не приду, больше не буду слышать этот звонок. На самом деле одновременно и волнительно, и печально, грустно то, что заканчиваем школу, все-таки придется прощаться с одноклассниками, с любимыми учителями, со школой. Совсем не хочется. Ну и с другой стороны тоже какое-то, наверное, воодушевление. То, что закончили, то, что скоро экзамены. Торжественная линейка закончилась. Под аплодисменты школьники разошлись по классам на последний урок. Готовятся к выпускным экзаменам.